телевизионной программы «Налет» приглашается Анастасия Губанова, Санкт-Петербург. Анастасия Губанова.
Софья Губанова произвольную программу набирает 118,35 балла. Общий результат за две программы составляет 178,05 балла. И по итогам соревнования София занимает третье место. На этом соревновательная часть подошла к концу. Через несколько минут пройдет торжественная церемония награждения призеров и победителей среди девушек, выступающих по программе «Мастера спорта».